Я прожил в Краснодаре 11 лет и 11 месяцев. И теперь я уезжаю обратно на север. Я уезжаю оттуда, откуда вернулся. И когда-то уехал в Новосибирск. Издано несколько книг. Несколько сотен учеников обучено. Краснодар был хорошо, но жарко. Я человек северный. И буду жить на расстоянии 100 километров от Москвы. А в этом году надо издать еще не меньше 4 книг. Осталось полгода. Поэтому работы много. С кем-то из вас встретимся на Дне Индии в Москве 11-14 августа 2022 года. Мне было бы приятно. А разве артикулироваться? В общем, вы были виртуальными друзьями, знакомыми. Я был бы рад вас увидеть очно, хотя бы раз. До встречи. До свидания.